сделали ремонт в своей квартире или доме, отделку, полы, пришло время устанавливать аксессуары и агрегат. Давайте вспомним, как делается вывод на вакуумный совок. Агрегат у нас находится в той части, вакуумный совок у нас находится между плитой и мойкой. Транзитом у нас проходит труба от агрегата в другую часть помещения. Мы ставим вот такой узел, тройничок, не забываем про направление движения воздуха в сторону агрегата. Ставим 90 градусное колено, патрубок и заглушечку. Кабель наматываем на трубу. Желательно оставить метра два кусок, для того, чтобы впоследствии можно было маневрировать в одну либо в другую сторону. Патрубок оставляем длины такой, чтобы после укладки плитки над уровнем чистого пола у вас осталось сантиметров 10. После того, как плитка положена, отделка сделана, вы берете, делаете следующую операцию. Этот патрубок отрезаете так, чтобы над уровнем плитки у вас оставалось сантиметра 2, например. Далее ставим 90 градусов на колено и переходим в горизонтальную плоскость. Далее в это колено мы вклеиваем патрубок. Берем короткое 90 градусное колено и тоже вклеиваем в него патрубок. Это колено одеваем на вакуумный совок. Не приклеиваем ни в коем случае. Для того, чтобы в будущем можно было без проблем отсоединить эту конструкцию и заменить совок или обслужить его. Между этой частью и этой частью мы вставляем гофрированную трубку. В результате у нас получилась вот такая конструкция. Что это нам дает? После того, как вы вакуумный совок прикрутите к цоколю кухни, эту всю конструкцию можно будет без проблем выдвигать из-под мебели. И без проблем отсоединить и обслужить в случае необходимости. Итак, мы подготовили цоколь кухни для установки вакуумного совка. Вырезали паз необходимого размера, выпустили кабель. Теперь нам нужно подсоединить кабель к этим двум контактам и прикрутить вакуумный совок непосредственно к цоколю. Итак, наш вакуумный совок уже установлен. При установке обратите внимание, чтобы полочка вакуумного совка максимально прилегала к полу. Иначе мусор, подметаемый, будет попадать.